Меня зовут Эльвин Кенгерли, я член партии «Геладжан Азербайджан». 10 марта 2018 года нами был проведен митинг, несанкционированный митинг. Целью этого митинга было положить конец тоталитарному режиму со стороны правящих кругов Азербайджанской республики, свободу слова, свободу выборов, покончить шоу, которое устраивается у нас, а не выборы, несправедливости, которые творятся в нашей стране, стоп коррупции и свободу слова. После проведения этой акции я и еще 13 членов нашей партии были арестованы правоохранительными органами и доставлены в 9-е отделение полиции. Хочу заметить, что АЭС осуществился после проведения акции, когда люди начали расходиться домой, что больше похоже на похищение, а не на арест. Со стороны правоохранительных органов было оказано давление не физического характера, но явно объяснили, что так делать нельзя, и дали понять, что в следующий раз будет так просто не отделаемся. В следующий раз мы будем арестованы и получим сутки. В этот раз они нас отпустили в связи с не хотели терять имидж перед выборами, но после выборов обязательно они, по их словам, они нас каждому доберутся и достанут нас. Также хочу заметить, что это не единственный митинг, который будет проводиться в нашей партии. Мы будем до конца добиваться демократии в нашей стране. Мы ничего не боимся. С нами народ.